Насладиться прочтением хорошей книги, получить приятные впечатления от нее сегодня для жителей Бреста не составляет никакого труда. К счастью, в нашем городе для этого существует множество возможностей. Посещение библиотеки или магазина с качественной литературой, как оказалось, любимое занятие большинства брещан. Именно в нем они находят особое удовольствие и считают отличным способом проведения культурного досуга. А в городе Бресте работает 85 библиотек. Они самые разные – научные, профсоюзные, школьные, публичные. Самые крупные из них – это областная библиотека имени Горького и центральная городская библиотечная сеть, в которую входит 15 публичных библиотек. Вот вы находитесь в библиотеке, которая возглавляет все эти библиотеки. Это центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. Довольно-таки большая конкуренция у нас среди библиотек и довольно-таки большое количество читателей. Наш павильон находится в торговой точке, такой в центре. Покупают наши брестские областные газеты, «Вечерний Брест», и «Брестский курьер», и «Брестскую газету». Ну и, конечно, «Комсомолка» это пользуется спросом, у нас тоже очень хорошо. Вот. И «Советская Белоруссия», пенсионеры очень любят у нас, «Народную трибуну», «Зарю». Такие газеты, которые чуть дешевле, но они у нас постоянно тоже пользуются спросом. Жители нашего города выбирают разную литературу. Здесь важное значение имеет возрастная составляющая. По последним данным, основную группу читателей брестских библиотек составляют пенсионеры. Что касается студентов и учащихся, их количество 20%. Самые юные любители книг – порядка 40%. Молодое поколение, по словам Светланы Семашко, чаще берет периодику для образовательных целей. Старшие увлекаются современной художественной литературой. Сейчас я живу в Южном, но постоянно посещаю Брестскую городскую библиотеку имени Александра Сергеевича Пушкина. Здесь я нахожу ответы на все вопросы, которые возникают у меня в процессе своего творчества. Я часто хожу в библиотеку, люблю читать русскую классику и различные романы иностранные, книги про приключения всякие. И старшее поколение, и младшее поколение, и ходят и в библиотеку, и как бы интересуются, потому что книга есть книга, литература – это есть литература. Даже в наше время, 21 век, когда есть компьютер, все равно люди пользуются библиотекой. Городские библиотеки всегда рады любителям с пользой провести время. Они располагают большим количеством литературы на любой вкус. Найти нужную информацию и окунуться в другой мир благодаря хорошему роману – то, что сегодня может сделать каждый. Главное – желание. Прав был Гёссе, когда отметил: тот, кто питает какой-то книге сердечное доброе чувство, без конца ее перечитывает, всякий раз находит в ней новую радость и новое наслаждение. А значит, давайте будем читать, ведь это прекрасная возможность новых открытий и откровений. София Бережная, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».